Сегодня мы с вами посетим мыс Грека. Это национальный парк, который находится в 8 километрах от центра Айенапы и в 6 километрах от Протараса. Мы посмотрим, что на нем есть, и расскажем, как до него добраться. Мы приехали в первый пункт нашего маршрута. У нас за спиной находится стоянка, которая ведет узкая асфальтированная дорога. Так что если поедете сюда в сезон, нужно будет со всеми разъезжаться по обочине. Виды на море здесь открываются потрясающие. Вдалеке видна лазурная водичка. Да, наверное, мы должны что-то пояснить по поводу слова «парк». Дело в том, что на Кипре парки не отличаются какой-то густой растительностью, а местами даже напоминают пустыри. Некоторые парки похожи на сад камней, которые так любят устраивать у себя на родине вьетнамцы или японцы. Единственный парк, который мы встретили, обладающий густой растительностью, был в Никосии. И тогда, несмотря на то, что был декабрь, мы ощутили себя в настоящем лесопарке, но об этом в другой раз. А еще мы с удивлением встретили здесь комаров, хотя уж кого-кого этих кровососов здесь встретить, ну никак не ожидали. Комары? А, да, комары. Комарьё налетело. Это следующий пункт нашего маршрута. Мы проехали по дорожке из щебня, которая, впрочем, оказалась вполне проходимой даже для нашей маленькой машинки. К слову, обе стоянки, на которых мы оставляли машину, абсолютно бесплатные. Интересно, а что здесь за этой дорожкой? Да. Сейчас. Дын-дын. Ты-ты-ты-ты. Ды-ды-ды-дын. Мусорка! Ура! Вид открывается сначала на мусорку. А это первая обзорная площадочка, которая встречается на вашем пути, когда вы поднимаетесь как раз вот к мусорке, которая была в предыдущем кадре. Как тебе загорается? Великолепно. Просто восхитительно. Солнышко. Просторы такие, море ласковое, ветра практически нет. Это вид на воинскую часть Великобритании. Да, не только левостороннее движение свидетельствует о том, что Кипр был британской колонией. До сих пор на Кипре сохранились британские воинские части. Обелиск, или монумент мира, изображающий взлетающих птиц, символизирует призыв к миру, дружбе и свободе. Памятник достаточно новый, был установлен в 2000 году. Подводя итог, хотелось бы отметить, что ехать на мыс Грека имеет смысл, если вы отдыхаете в Айнапе или Протарасе. Благо, сюда можно доехать на автобусах 101 или 102, в зависимости, в каком городе вы живете. Маршрут один и тот же, но из Айнапы это 101 маршрут, а из Протараса 102. Хотя удобнее ехать на машине, так как от автобуса долго идти.
По тропинке до мыса Грека можно дойти пешком от Протараса. Идти, правда, далеко, но любители ходьбы оценят такую возможность по достоинству. Ну и как вы уже сами поняли, никакой инфраструктуры в парке нет, даже туалетов. Из цивилизации только лавочки, беседка да урны. На одной из скал, вдалеке от смотровых площадок, есть небольшая церковь Айя Анаргири. Там же есть площадка для ныряния. А рядом красивый каменный мост влюбленных. С воды открывается несколько гротов и пещер, но, к сожалению, с берега их не увидеть.